Гипиастру на встрече 14 февраля. Хотела купить алый гипиастру себе к 14 февраля, дню влюбленных, чтобы напомнить своему сердцу, как нужно открываться и цвести. Купила, несла домой, радовалась, крепко прижимала к груди и сердцу, чтобы не замерз по дороге в 12-градусный мороз. Подставляла его солнечным лучам в надежде, что они хоть немного согреют его. Вдруг услышала нежный хруст. О нет, только не это! Развернула дома цветок и увидела, что он не замерз. Но я так сильно прижимала его к себе, что стебель не выдержал и надломился посередине. О, это любовь! Гипиастру на встрече 14 февраля.